Всем приветики. Вот пользуюсь новым монитором спустя несколько дней. И я придумал, как разместить камеру прямо на стену. Тогда я думал, ну вот типа раньше он на этом мониторе был. И у него как бы рамки есть, и вот они как бы. И здесь спокойно камера вот так вот лежит. А здесь же она так не ляжет, здесь рамки-то нету. Это она будет такой вот полэкрана закрывать. Я ее просто на стену. Пришлось, конечно, ободрать обои так не слабо. Я хотел такой кусочек маленький оторвать, а она как-то так, я дернул, она как-то так пошла, и там еще, и куски такие, там еще решил дернуть, кусок большой такой оторвал. Выглядит так как-то уже не очень-то такая, хотя здесь такая обоя, и там чуть дальше, не знаю, такая или не такая, нет, там дальше другая, здесь такая, и вон просвечивается другая, а поверх нее это было наклеено. И теперь такая вот штука. Ну, не очень красиво смотрится, но вебка висит удобно, кстати. Не закрывает монитор, потому что здесь из-за того, что нету рамок, вот, их нету, как бы. И из-за того, что нету рамок, она бы так вот закрывала монитор. Ну, видимость. А так, она не закрывает видимость, плюс удобно, когда смотришь через вебку, на изображение с нее, то она стала лучше, чем было раньше. Раньше как бы такая видимость была с нее, так она, получается, ближе была и меньше, в общем, сейчас лучше стало. Как-то меня лучше видно, потому что раньше я вот даже когда смотрел свою трансляцию, часто бывало, что медведь так вот заклонялся, там часто сбивался. А последний раз, когда я вот играл, и вебка стояла здесь, это было на предыдущей трансляции, кстати. Сейчас скажу, какого числа. 4 февраля. Это уже было как раз после покупки. Купил я, получается, когда монитор. А 2 числа? 3 я еще не 4 числа. Или это с 3 на 4 было, скорее всего. Даже не знаю, сейчас скажу, когда это было. По-моему, 3-го, наверное. Или 4-го. В общем, да, вот с этого числа оно было. И, в общем, там медведь... Раньше он часто так загибался на канал, сейчас не так часто. И видимость все-таки стала, во-первых, больше. И как-то оно лучше видно, как-то больше, что ли, захватывает. Как-то так оно удобнее стоит как-то, меньше медведь. Меньше медведь сбивается, во-первых. Во-вторых... четче как-то мимика работает. То есть раньше мне часто приходило, ты смотришь, а он, например, заклонился, приходится возвращать. Мимика там уже не такая, приходилось возвращать. А сейчас он не часто наклоняется, и мимика не часто сбивается. В общем, нормально, так получше стало. Вот. Но сам монитор мне не нравится. Дело в том, что я его даже поставил повыше, потому что у него угол обзора плохой. То есть опускаешься вниз глазами, картинка не меняется. Вот так смотришь, нормально. Чуть-чуть начинаешь подниматься, оно темнее, темнее, чем выше, тем темнее. И поэтому я даже выше поставил, потому что когда он ниже, и твои глаза... Вот сейчас, если так сидеть ровно, то глаза примерно вот так вот смотрят. А если его ниже поставить, они вообще будут смотреть. А чем выше поднимаешься, тем картинка темнее. Я не знаю, видно вам, если ниже и выше. Вот если здесь оно серое и выше. Ну да, по-моему, видно, оно темнее вот становится. А такого не должно быть, потому что у него угол обзора 178. 178, я так понимаю, это вообще. А тут ты его сидишь и как-то оно. В общем, такие дела. Поэтому, думаю, надо его свести. Позвонил, спросил. Сказали, привезите, посмотрим. И дальше, если подтвердится документально, что с ним что-то не так, то мы вам его заменим. То есть они, я так понимаю, заберут его на экспертизу, проверят. Если подтвердится, тогда да. Вот. Ну, а так, в целом, прикольный, стильный монитор. Сейчас так вообще прикольно он так смотрится. Ну, так вот, по сравнению с этим, этот как-то так стильно смотрится. Такие рамочки тоненькие. Единственный минус это... Вот у меня в нем все устраивает. Единственный минус это угол как бы обзора. Он плохой. А, еще цвета. Как-то иногда он черный чернее, чем надо, а белый белее, чем... Хотя я уже привык, это сразу так было. Сейчас уже получше стало, в принципе. Вот. Такие вот делишки. Ну, а дальше буду думать, как там, что с ним. Вот. Надеюсь, все хорошо будет.
Вот, как-то так. На этом все. Всем покедово.